нас была очень плодотворная встреча в рамках соглашения о сотрудничестве в сфере образования. Надо сказать, что образование – это одна из статей соглашения 2010 года, которая работает на данный момент. И мы можем констатировать, что эффективно работает. В рамках данного соглашения у нас 70 студентов-выходцев из Гагаузии обучаются в Нижегородском университете. Мы посетили оба университета, где обучаются дети из Гагаузии. Это университет в Княгинино и университет в Воротынце. Увидели условия, в которых обучаются дети. Нужно сказать, что университеты с очень высоким потенциалом подготовки, с очень хорошей оснащенной технической базой. В университетах функционируют лаборатории, функционирует очень много разработок современной науки, достижений современного уровня техники. И приятно было отметить то, что между студентами из Гагаузии есть такие дружеские, сплоченные отношения. Они там все вместе, как одна семья, друг друга поддерживают. А что больше всего обрадовало, что у них очень хорошие результаты в учебе. Проверили условия, в которых находятся наши студенты, общежития, оборудованные со всеми абсолютно условиями для того, чтобы нормально учиться и нормально жить, с большой перспективой, с большим желанием. Руководство университетов высказывало большое желание и большой спрос на наших студентов среди предпринимателей, среди работодателей Нижегородской области. Но приятно также отметить то, что все студенты имеют желание вернуться обратно домой в Гагаузию и помогать в развитии Гагаузии в том числе. Очень большое внимание студенты, очень большое количество студентов наших обучается по профилю туризм. Это один из профилей, который развит в Нижегородской области в связи с тем, что там протекает река Волга, есть много туристических поездок по реке Волге. Поэтому с их усилиями совместными, со студентами нашими, которые готовятся по данной специальности, мы запланировали развитие, помощь в развитии туристических туров по Гагаузии. Также в рамках визита мы посетили, если уже заговорили о туризме, мы посетили, участвовали в конференции по развитию туризма в малых городах. Гагаузия – это регион небольшой, и города у нас малой численности, поэтому эта тема была очень актуальна для нас. На площадке данного форума мы заявили о перспективах туризма в Гагаузии, о том, каким уникальным является гагаузский народ, какая у него уникальная история, мирная история получения автономии, и также много красивейших исторических мест. Туроператоры Нижегородской области все проявили живой интерес к этой тематике. Думаем, что мы развьем новую тему для сотрудничества. Это туристическое сотрудничество между Нижегородской областью и АТО Гагаузии. И даже поступили ряд таких, можно сказать, дерзких предложений открыть знак хлебосольность гагаузского народа. Поступили предложения открыть сеть ресторанов гагаузской кухни по Нижегородской области. Да. Это, скажем так, интересная тема для инвесторов, для развития бизнеса и пропаганды, скажем так, автономии. Зная наши вина, наше овцеводство, козоводство, которое сейчас у нас на подъеме. Предложение было такое неожиданное для нас, но мы обязательно над ним поработаем, и, возможно, это станет одним из пунктов сотрудничества с Нижегородской областью.